Всем привет, Днепр на связи, 13 августа, вечер. У нас сейчас тихо, а на Соколе что-то очень сильно горит, но вроде не связано с боевыми действиями, наверное, что-то бытовое. А во время сигнала воздушной тревоги вечером в области был взрыв, представляете? И этот взрыв... По официальной информации, это сбитие БПЛА разведывательного. За мной продолжают следить. И вот сбивают, их сбивают, а за ними следят, а они сбивают. Что ищу? Что-то мимолетом увидел статью. Куда, мужик? Чуть не сбил. Куда подавать статью, что меня чуть не сбил велосипедист? У меня осталась очень серьезная психологическая травма и проблема. Так вот, читал, что это, Ларису Долину обманули то ли украинские офисники, то ли там офисники с риэлторами. Почти на 2 миллиона долларов. Квартиру там что-то забрали, что-то это. Кто там в курсе? Ой, я еще не смотрю. Напишите в комментариях. Там она даже видеообращение записала. А у меня другая проблема. Комары. Вы не представляете, друзья, что с комарами. Невозможно, вот или если медленно идешь, или просто останавливаешься, а они тебя загрызают, представляете, они просто берут тебя и грызут. Это не комары, это просто жесть какая-то полнейшая, вообще нереально, просто нереально с этими комарами. Что еще на повестке дня? Опять этот Костенко утром, Костенко вечером, депутат тоже кричит. Николаевская и Одесская область – это обязательный интерес РФ. Будут идти Приднестровью. И опять же, этим он подводит к тому, что надо мобилизовать 20-летних. 20-25. Нормальный возраст – это 20-50. Но об этом давно говорят, что плавно подводят нас к мобилизации. Да, Буданов там говорил, что если мобилизовать 18-летних, то воевать сможем до 33-го года. То есть вся вот эта тема. Говорят, что США, оно требует, оно не просто требует, оно рвет и мечет, чтобы мобилизовать там, с 18 лет, с 20, с 22, с 23. Это позволит кинуть больше людей, да, там больше какой-то фронт перекрыть. Тут, как всегда, все хорошо. Ого, сегодня... Где бы я еще ГО послушал? Игоря Летова. Как не возле этого. Вроде Днепр, к сожалению. Когда он в Днепр приезжал, незадолго до своей смерти, я не сходил. О чем я очень сильно жалею. Мы уйдем из зоопарка. Кавун безносиный, ё-моё, вот это класс. Безносиный кавун. Угу. А так кавун сколько? 12,89. Дыня. Ничем не пахнет. Дыня не пахнет, а вот это какая? Украина зеленая. Зеленая, как Украина, молодая, цветущая. Пиво, кто у нас там любит пиво? Вот вам цены на пиво, акции, чтобы нация спивалась, чтобы нация сходила с ума. Сойти с ума, от разлуки на час, сойти с ума. Вспоминает джинтоники, брендиколу. Класс. У меня скоро на игры не отправят. Цибуля била 30. Цибуля червона 24. Что по воде? Ситуация с водой критическая. Ее очень много и тяжело выбрать, какая нужна. Представляете, цены. Простые цены, простые дни, их слишком много, а мы одни.
в глазах ребенка, а в руках ребенка меняет нож. Но я-то знаю, все это ложь. Думаю, лимонада нема, смак лесовых ягод и вишни с кипсоводжевичем. Это выпил и сдох. Вот это норм тема, кстати. Мне нравится. Мочи натуральные. Точки разные есть у людей, точки разные есть у зверей. Я ж ищу такую точку, чтобы стала ты моей. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Расскажи мне, расскажи, где найти мне точку G? Что тереть и как ласкать, чтоб тебя порадовать? Все журналы лишь твердят об этом. А дальше там уже не до Ютуба. Продолжение когда-нибудь будет на стриме. Силь, видите, силь. Сихер. Так что, короче, Костенко нас и все остальные. Костенко это тот, если не ошибаюсь, на днях пиарился, поехал в Курскую область и говорит, не сказав Стефанчуку, и звонил, записывал видео для Стефанчука, это же все снимают камеры, говорит, там, как ты его зовут, этого Стефанчука, я не помню, там, имя, отчество. Добрий день, ви вибачте, що я не попередив, але я з робочою поїздкою поїхав в Росію. І ржот, що він границю перейшов, йому весело, ох ти ж чумоход. Хуторок на столі, що таке, видите, Шевченко, Тарас Григорович. О, вже і сюди Шевченка приписали. Як умру, то поховайте мене на могилі. О, правильно, мальчик, пой же пой на проклятой гитаре. Пальці пляшут твої в полукруг, пицю ціня. Правильно, мальчик. Ой, що, це вентилятор. Що вам жарко не було? Клас. Такая штука, такая только в АТБ и у Майкла Джексона. Шампуни, сиас, креатин, кератин. Ой, ребята, всем хорошего вечера. Берегите в себе человека, Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Что-то и будет. Пам-пам. Биоформула, сода-эффект, ё-моё, уже и соду заменили эффектом, ёшкин-матрёшкин. Ой-ё, сатин какой-то, столько интересного я ещё не пробовал.